новогодний. Смотрите, вот здесь похоже. Здесь кроссворд новогодний. Первый новогодний господин вкусный сладкий 8. Новогодний господин вкусный сладкий 8 букв. А. Что это пнячный человек, но это не он. Длинное ухо. Комочек. Пух. Прыгает ловко. Грызет морковку. 4 буквы. О! Да, что я считаю, что это заяц. Да? Я так и знала. У меня в кровати лежат 2 зайца. В начале и в конце его холодно, а посередине тепло. Похоже, это пирожок. Нет, пирожки слова не 3 буквы. Значит, это кто-то другой. Что-то. Подходит. Пока не знаю, пропускаю. Этот транспорт непростой. Нет для них стоянки летом, нет их. Но зимой достают все. 5 букв. И санки! У меня просто есть санки. Какое-то задание 6. Еще цифру 6. Давайте найдем. А, вот. Сколько вареных яиц можно съесть натощак 1 января? Сколько вареных яиц можно съесть натощак 1 января? 4 буквы. Одно подходит. 4 буквы. Я решила, что одно, потому что в одна такая загадка, мне ее загадок. Сколько нужно съесть ягод, чтобы наесться? Можно 100 съесть, можно сколько угодно, но правильный был бы ответ. Одну. Так, надо найти где-то. В
надо. С ним еще прекрасная жизнь. С ним желания все сбылись. Очень весел, очень ярко. Новогодний наш, с ним еще прекрасный Ники. Жизнь, с ним желания все сбылись. Очень весел, очень ярко. Новогодний, весел он здесь, очень ярко. Новогодний наш. Отгадала подарок. Горделив, рогат и статен, просто глаз не отвести. Дед Морозу очень кстати, чтоб подарки разнести. Может быть, анекдот? Рогатый, красивый, помогает Деду Морозу развозить подарки на букву О. Гостья в Новый год пришла, как лягушка зелена, лапы все в иголках. Кто пришел к нам? Четыре буквы. К нам четыре буквы пришли? Нет. А кто? Написано четыре буквы. Ну, так нечестно. Ты давай думай, кто это? Гостья в Новый год пришла, как лягушка зелена. Лапы все в иголках. Ёлка! Ёлка, пиши. Вкусный и соленый, вкусный и сырой. Кто же я такой? Вкусный и соленый. Вкусный и сырой. Вкусный и сырой. Длинный и зеленый. Длинный. И сырой, и соленый. Что ли соленый огурец? Огурец? Ну, наверное. Не обязательно соленый, но да, огурец. Да, соленый огурец. Ну, смотри, 18-е. Вот тут. Близит? Давай примерим. О! О! Угу. Правильно, кот решил прилечь, где теплее, там, где печь. И хвостом укрыл свой нос. Ожидает нас Если кот решил прилечь, где теплее, там, где печь. И хвостом укрыл свой нос. Ожидает нас Мороз. Точно, пиши. Два. Два.
А здесь уже подснежная. А здесь уже снежная девчонка. В Новый год смеется звонко. Ходит с дедом Мазарным и подарки дарит с ним. Снегурочка! Как звездочка искрится, летает, будто птица, легка, словно пушинка, красивая. Снежинка! В рифму прям. По буквочкам подходит? Пятый. Носят дети, старики на ногах своих. Может быть, ботинки? Это в рифму. Носят дети, старики на ногах своих. Сапоги. Не очень подходит. Смотри, вот здесь вот вторая Пять. О должна быть. И должно быть... Букву, смотри, вот здесь вот. Что еще можно на ноги надеть? И старикам, и детям. Я думаю, что может быть валенки на ногах своих. Носят дети, старики на ногах своих. Ну, не обязательно обувь, Соня. Почему? Потому что на ноги не только обувь надевают. Может быть, гольфы. Хотя гольфы не складно. Носочки. Так, носочки. А если по-другому? Ну, это у детей носочки, а у носки. Взрослых носки. Ну-ка, пробуй. Складно получится. Носят дети, старики на ногах своих. Носки. Складно? Складно. Ну, пробуй записать. Ей мы елку украшаем, окна и весь дом. На ней огоньки моргают, освещают все кругом. Гирлянда. Подходит? Какое длинное слово. Ну-ка, давай 14-й смотрим. Смотри, на. А заканчивается. Уже хорошо. Да, и на. Гирлянда на А заканчивается. Ну, давай писать 14-й. Ля. Она через и, Сонечка. Гирлянда. Гирлянда. Гир. Гироскоп. Гироскоп. Это неправильно. Гирлянда. Гирлянда. Да.
После «л» какую букву надо? «Ля». Какую букву-то после «л»? «А». Да, тогда будет «гирланда». Ну, какую надо писать? «Гирлянда». Да. «Ля». Отлично. На. Вкусная фантик одета, шоколадная конфета. Нашла. Давай, пиши. Он черно-белый, неуклюжий, любит холод, любит он холод, снег и стужу. Среди птиц такой он вид один, ныряльщик знатный он. Снеги. Черно-белый ныряет. Нет. Любит холод, снег и стужу. Черно-белый, неуклюжий. Снеговик, может быть? Среди птиц такой один. Снеговик. Ныряющий знатный он. Какие? Пингвин. Точно. Напишешь? Да. Давай. 19. На него мы ставим свечи и кусочек тянем в рот. Он большой и очень сладкий. Что же это? Это... Торт! Ну, как ты быстро отгадал-то? Так, где же карандашик мой? 20-й. 20-й. Слепили ловко, вместо носа есть морковка. Во дворе стоять привык, снежно важный. Снеговик! Не господин, вкусный, сладкий. Новогодний господин, вкусный, сладкий. Мандарин, вкусный, сладкий господин, называется мандарин. Наступает время готовить праздничный ужин, что каждая хозяйка бросает в кастрюлю первым. Тут у нас, тут буквочки. 15-й. Давай я поищу. Давай. Я его не вижу. Вот. Соль, пиши взгляд. Взгляд. Как взглянешь в кастрюлю,
а там ничего нет. Значит, надо что-то сварить. В. З. В ту сторону. Ой! Ой-ой. А мы зы еще не проходили? Проходили уже. А, тем более стыдно. Г. Ляд. Г. Ляд. Ай. Взглад? Какую букву ты надо писать? Взгляд. Так. Умная игра, завлекательно хитра. И интересно здесь играть, строить, составлять, искать. Руки развивает и мечтать нам не мешает. И скажу про это я. Это лучшая игра. Завлекательная, хитрая, строить, составлять, искать, руки развивает, мечтать не мешает. И скажу про я, это лучшая игра. Так, у нас под каким номером-то? Ага, 16. Смотри, какие буквы есть. Е, И, О. Всего 4 буквы. Давай еще раз прочтем. Умная игра, завлекательно, хитра. Интересно здесь играть, строить, составлять, искать. Руки развивает, мечтать нам не мешает. И скажу про... Это лучшая игра. Заканчивается на О. Посерединке. Посерединке Е. Да. Всего 4 буквы. О, это. Нет. На О заканчивается. Вот так. Руки развивает, значит, руками надо работать. Так. И вот здесь вот должно быть написано. Из чего ты строишь? Из кубиков. Они как-то называются. Чего? Эти конструкторы никак не называются. Какие? Из которых ты строишь. Да. Да, это мозаика. Вон сова у тебя из чего построена. Какая? Вот эта сова из чего построена? Из лего. В начале и в конце его холодно, а посередине тепло. Три буквы. Да, три буквы. В начале этого холодно, потом тепло становится, потом нет, Соня, не это, потом снова холодно. Вначале тепло, потом становится тепло, вернее, холодно, потом становится теплее, потом становится тепло, хорошо, а потом опять холодно. И так по кругу. Ветер, что ли? Почему ветер? Он летает по кругу.
Самсон, давай. Из трех букв слова. В середине О. Кот. Он вначале холодный, потом становится в серединке теплый, да? Живот у него теплый, а лапа холодная и хвост холодный. Да, еще подумай, пожалуйста. Зимой, осенью. Так. А тепло? Тепло летом, весной. Так. Хотя нет. Почему нет? Времена, о чем ты подумал? Года. Так, если это времена года. Год! Ура! Решили! Ну, папа что-то еще приготовит. Единорог. О, вау! Посмотрите! Вот, вот. Это специальный мой набор. Там, где очень много, очень много, очень много, очень много прозрачных деталек. Они очень редкие. До новых встреч! С Новым годом вас!